здесь рядом есть. Вот не знаю, где вход. Выход я уже поняла. Вход, наверное, с той стороны. Thank you.
Копия прекрасна.
семья. Трое. Ах, ты какой красавец. Ах, ты моя лапочка. Какие красавцы. Плыви сюда, плыви. Плыви на это.
готический стиль, такой красивый. Вознесение такое. Очень красиво. Строго и красиво. Готика. Так, здесь смешение несколько стилей. Да? Красивый дворец. Чего скажешь? Особенно вот в этом местоположении. Ну это же он, вот это облицовочный камень, он тонкий, вот это снаружи. А там вот такой камень? Там такой камень, наверное, сделан. А потом на раствор камень? А потом на раствор, она плитка вот такая, облицовочная. А хотя бы нужно что-то сделать? Конечно. Как? Делать нужно. А там уже вот это удивление. Гришина как закрывала, собственно. Дерево. Все закрывало, замыкало. Ну, столько книг было, как и... Видишь, еще остались? Нет, не только. Так делали, а... Здесь уже все пропало. Я так говорю. А там еще какие-то деньги. Вот, вот. И сюда. Какие-то плакаты были. И здесь был контакт.
мощный такой ствол. Вот он начинает зреть, розоветь. Розовый тоже. Красиво. Смотри, какая мощь. Сейчас. Потом.
сколько золотых рыбок. Они с утра резали такие. Ставь. Целые стайки. Чмурилок он кидится. Бордюр сделан красивый, розмарин. Thank you.
что такое накло? Значит, здесь ветры такие бывают. Там такие мощные деревья. Классно, на стоит. Интересно. Цветущее. Или земляничное дерево. Она почти без коры. Мы видели там ее. Она уже старая совсем. Красивый очень. Санаторий Айпетру. Красивый здесь мужской парк. Мне нравится. Очень живописный. Много пород деревьев разных. Хвои много. И туя тут есть, и кипарис, и самшит. Всяческие сосны, ливанский кедр, малайская сосна. Огромное разнообразие. Нравится наш корпус?
красивое дерево. Сосна с шишечками. Маленькие-маленькие шишечки. Как свечки маленькие стоят. Розы сидимы, конечно. Прекрасный бригад Абри. Если ты прекрасный, можно Сначала солнечный протеин, или как раньше назывался, на царство. Тропа в горах. Она прекрасная. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Хороший, хороший. Дина очень хорошая. Хозяйку любит, охраняет. Охраняет. А я так и подумала, она не говорит, а вот охраняет. Прекрасно. Поэтому запах замечательный. Розмарин опять очень много посадок. А вот это какая-то вообще оригинальная. Не знаю, как что это такое. Это оригинальное дерево. Тростник, не тростник. А это вообще цветущие. Цветами красивыми. Сиреневыми. Фантастическая красота. $5900. Прошу.
внизу горный санаторий. И Пальмира Тольятти. Мои любимые места. Хорошо. Какие мощные здесь камни. Вековые. Нижняя Орианда. Это очень красивая церковь, внизу храм, видимо, реставрироваться будет.
Айдак хорошо видим. Замечательно. Карта всех санаторий. Люксембург, Украина, Днепр. Сколько метров от каждого? 408 до Украины, 300 Днепр, 360 жемчужины, парус, Кичкене, турбаза, Пальмиры Тольятти, 293 метра, горный, золотой флаг. Дальше. Новая Орианда и Ливадия. По протяженности 6711 метров. Мы прошли 6 километров. Да. А здесь солнечные часы. Это очень интересно. Точно показывает время. Сейчас будет 12. Солнце. Чуть-чуть опаздывает, а так вообще правильно показать. На моих 58 здесь. Сейчас 12.01. А где 12.01? Видите, стрелка должна быть вовремя. Точная, ровная. Она немножко падает отклоненная. Так что сейчас нет еще 12. И Ливадийский дворец. Ты каждый куст не снимай. А вы купили? Пошли, Аня, ну что ж вы здесь что-то едите? Что делаете? Уйдите отсюда.
Японская выставка оригами. Заходите, пожалуйста. Очень интересная выставка, особенно будет для детей. Мы вас научим делать фигурки из бумаги, без клея, без ножниц. И подарим на память журавликов. Большая экспозиция. Юриш, может, ты поймешь? Ну почему? А ты мне потом покажешь.